Сам выбирал, мам. Выбор пал на хрупкую Камилу, и вот Артур уже ведет ее под венец. Марш Мендельсона, обручальные кольца. Так на свет появляется семья Суровцевых. Дата росписи 18 марта 2018 года. Но почему именно 18? Для того, чтобы их праздник совпал со днем, особенным для всей страны, или у пары есть на это свой особый смысл? Оказывается, есть, и не только у них. Невеста, наденьте кольцо жениху. До этого женить избирателей Зеленодольскому ЗАГСу еще не приходилось, как и вообще работать в выборы. Но сила любви поменяла все традиции. Очень символично, что достаточно молодые люди решили создать семью в особенный день, в день определения будущего своей страны. А мы, в свою очередь, попросили наших молодожен и гостей проявить в этот для них важный день свою гражданскую позицию, сходить обязательно на избирательный участок и проголосовать. Второй важнейший выбор за день. И теперь в лавсторе Суровцевых выбор будущего страны. Я собрал сначала всех родственников в одном месте. Сказал то, что такого числа у меня будет свадьба. Приглашаю всех. И сказал то, что если вы хотите, можете открепиться от участка и прийти сюда, чтобы все вместе, потому что было красиво. На избирательный участок в Зеленодольский ДК ради свадьбы приехали больше 40 гостей. Сегодня они и молодожены – самая голосующая свадьба в истории Татарстана. И все-таки вы, ребята, у меня молодцы. Правильно сделали мы выбор. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Зеленодольск.